Возможно, вы, как и эта пара, размышляете о том, не взять ли с собой в поездку новую видеокамеру Handycam. Конечно, взять! Представьте, сколько потрясающих и забавных воспоминаний ожидает вас дома при просмотре видеофильма о путешествии. Однако остановимся на минуту и посмотрим, что там снимает этот парень. Ну и каково ваше впечатление? Изображение дрожит и выглядит не лучшим образом. Просматривать эти кадры будет не очень интересно. Главное видеосъемки – это не только сама съемка, но и последующий просмотр фильма. Удовольствие, которое вы получите от камеры, не заканчивается после завершения съемки. Позже вы будете смотреть отснятый фильм с не меньшим интересом. Еще два важных момента. Во-первых, следите за тем, чтобы фильм не был излишне затянутым. Иначе смотреть это будет скучно. Кроме того, картинка должна быть стабильной. Смотреть фильм очень некомфортно, если камера дрожит или все время поворачивается в разные стороны. А теперь об этих двух важных аспектах я хочу рассказать той паре, которая приехала в отпуск с портативной видеокамерой. Извините, я наблюдала за вами некоторое время. Ваша подружка, без сомнения, очень красива. Вполне понятно, вы не отходите от нее. Но вы снимаете, как она движется перед камерой, только крупным планом. И кроме того, вы только ее и снимаете, и к тому же очень долго. Не думаю, что дома вам будет интересно смотреть эти кадры. Вы даже не сможете вспомнить, где вы были в этот момент. Что? Пожалуй, вводная часть и так уж затянулась, поэтому перехожу к делу. Я покажу вам, как снять веселый и интересный фильм. Если во время съемки приложить немного усилий, то и результат будет совершенно иной. Есть множество способов получать удовольствие от видеофильмов. Итак, слушайте. Эксперимент. Просмотрим сюжет, который вы только что сняли. Ой, я думал, у меня получится лучше. Это выглядит не очень хорошо. Одна из причин заключается в том, что изображение неустойчиво. Похоже, что так. Большинство снимает, как этот парень, держа камеру в руке. Поэтому очень важно держать камеру так, чтобы она была стабильна. Для этого во время съемки вы не должны наклоняться. Сначала поставьте ноги на ширину плеч и расслабьтесь. Вот так, так хорошо. Теперь затяните ремешок по руке, прижмите локти к телу и крепко держите камеру обеими руками. Так намного лучше, не правда ли? Так лучше. При съемке с увеличением дрожание усиливается. Поэтому для того, чтобы добиться устойчивого изображения, вы можете опереться на что-нибудь прочное или поставить камеру на неподвижный объект. Изображение улучшится, если вы будете следить за тем, чтобы оно было горизонтальным. Горизонтальным? Совершенно верно. Если камера расположена не горизонтально, то изображение выглядит странно. Снимайте камерой так, чтобы ваша подружка в кадре стояла прямо. Даже при такой незначительной поправке изображение смотрится стабильным, и картинка выглядит намного эффектнее. Ух ты! Такая мелочь! А как меняет изображение? Убедились? Теперь обратите внимание еще на один маленький секрет. Сфокусировав камеру на поверхности моря, вы увидите блестящую водную гладь и прекрасную яхту на ее фоне. С другой стороны, если большую часть кадра занимает небо, то белые облака на голубом фоне создают ощущение прекрасной погоды. Как вы видите, изменение положения основного объекта в вашем кадре определяет композицию изображения. Композиция, в свою очередь, меняет восприятие вашего кадра. Да, теперь я вижу разницу. Кроме того, обратите внимание на композицию кадра при съемке людей.
Например, это изображение женщины, смотрящей в сторону, не дрожит и снято горизонтально. Тем не менее, создается ощущение тесноты. Верно. А как сейчас? Мы оставили немного пространства в том направлении, куда смотрит ваша подруга. И композиция стала более сбалансированной. И вновь правы. Да, угол съемки тоже влияет на восприятие зрителем снимаемого объекта. Давайте посмотрим, что происходит, если при съемке камера смотрит на объект снизу или сверху. В этом эпизоде папа снимает сверху дочку, играющую с мыльными пузырями. А теперь тот же самый сюжет, только съемка ведется на уровне глаз ребенка. Что вы об этом думаете? Здесь мы видим выражение лица ребенка, и девочка выглядит намного симпатичнее. Если вам неудобно смотреть в камеру, снимая кого-нибудь снизу, просто поверните монитор камеры. Потренируйтесь, снимая под разными углами. Посмотрите на этот фрагмент. Машинка снята снизу, и изображение получилось очень насыщенным. Даже вполне обычную сцену можно сделать очень эффектной, сняв ее под другим углом. Например, на этих кадрах с цветами глубина изображения достигнута за счет очень низкого угла съемки. Особенно хорошо получаются дети и домашние животные. Посмотрите, как выразительны их изображения. Запомните, чтобы фильм получился интересным, снимайте так, чтобы потом не вспоминать. Кого? Что? Когда и где вы это сняли? Где вы это снимали? Думаю, вчера. Кажется, в ботаническом саду. Подожди, а это не тот самый красивый парк? Видите, прошло совсем немного времени после путешествия, а вы не можете вспомнить, кого, что, когда и где вы снимали. И вашим друзьям, которые впервые смотрят этот фильм, будет совсем скучно. Красиво! Когда вы оказываетесь в таком потрясающем месте, посмотрите, что это, как вы думаете, кадр, охватывающий всю сцену, называется «Общий план». Если в вашем фильме есть общие планы, то на вопрос «Где?» будет легко ответить. Но теперь лицо моей подруги совсем не разглядеть. Немного терпения, и вы все увидите. Да, теперь вижу. Если вы будете последовательно снимать разные планы, то сможете рассказать целую историю о своей поездке, где вы были, с кем, и даже какое настроение было у вашей подруги. В конце концов, каждый фильм – это и есть последовательность разноплановых кадров. А если каждый кадр – это отдельная история, то ваш зритель никогда не будет скучать. Обычно именно общие планы лучше всего могут дать представление о ситуации и помочь ответить на вопрос, где происходила съемка. Мы будем снимать крупным планом пейзажи и здания. Вы также сможете легко понять, где вы были, если снимаете туристические указатели. Точно! Если вы восхищены открывшейся перед вами панорамой, двигайте камеру медленно и равномерно, держа ее горизонтально. Это панорамирование. А в последнем кадре снимите вашу девушку. Получится отлично. Снимая панораму, вы убьете двух зайцев. Ответите на вопрос «Где?» и «Кто?». А вот несколько советов, как снимать панораму. Сначала посмотрите, где бы вы хотели снять последний кадр панорамы и повернитесь в эту сторону. Правильно, именно так. Обеспечьте стабильность положения видеокамеры, включите запись и медленно поворачивайтесь в обратном направлении. Вы должны двигаться очень медленно от первого до последнего кадра. Посмотрите, это штатив. С его помощью легко добиться стабильности изображения. Да и панораму снимать со штатива гораздо удобнее. В общем, штатив – очень полезная вещь.
Теперь давайте попробуем снимать так, чтобы позже можно было легко определить, кто в кадре. Для этого нужно снимать крупные планы. Поговорим о кнопке Zoom, которая есть на многих моделях камер. С помощью кнопки Zoom вы можете регулировать поле зрения. T включает режим телесъемки, приближая объекты, расположенные далеко. W отвечает за широкоугольную съемку, позволяя снимать в широком угле зрения. Это я знаю. Подумайте, почему при переходе в режим T дрожание усиливается? Посмотрите. Вот отец снимает дочку в парке. Правда, это обычная милая сценка? Девочка все время находится в движении. Посмотрите кадры, записанные отцом. Сейчас отец снимает издалека в режиме теле. И как вы уже говорили раньше, в этом режиме картинка дрожит сильнее. Ну а теперь посмотрите. Изображение дрожит гораздо меньше. Вы правы, потому что в этот раз мы использовали режим широкоугольной съемки с близкого расстояния. Конечно, заманчиво снимать крупные планы в режиме теле, но подойдя к ребенку ближе, вы сможете запечатлеть выражение его лица, и его голос будет звучать отчетливо. Дрожание не будет сильным, несмотря на перемещение с камерой. Понятно. Даже для таких ситуаций всегда можно найти устройство, которое позволит подойти поближе к ребенку во время съемки. Это спортивный бокс. Он защищает видеокамеру от воды и песка. Поместив камеру в бокс, вы сможете снимать крупные планы, очень близко подойдя к объекту. Вы даже сможете снимать под водой. Ситуаций, в которых вам может пригодиться спортивный бокс, очень много. Здесь мы снимали игру в теннис. Камера должна следить за быстро двигающимися игроками, так и голова может закружиться. За спиной у мамы забор, и она не может отойти дальше. В такой ситуации вам поможет широкоугольная насадка. С помощью широкоугольной насадки вы сможете охватить большое пространство, даже если нет возможности отодвинуться назад. Угол становится шире, и мы можем снимать детей и другие сюжеты с близкого расстояния. Снимая с теленасадкой, вы можете практически вплотную приблизить изображение объекта съемки. Теперь о том, как показать, когда мы снимали фильм. Например, можно запечатлеть время года. Ваш зритель поймет, когда снимался фильм. Да и самому фильму это придаст изюминку. Например, вечером снимите неповторимую красоту заката. Эти кадры не только напомнят вам, когда велась съемка, но и очень украсят фильм. А о времени года вам расскажут яркие цветы. Я понял. Вы говорите о том, что я должен снимать не только людей, но и показывать, где и когда фильм снимался. Если мне это удастся передать, впечатление от фильма будет гораздо больше. Мне кажется, вы начинаете понимать, как надо снимать видеофильм. Если вы вставите такие переходы, то зрителю станет ясно, что прошло какое-то время между эпизодами. А если нет, то кадры игры на пляже вдруг сменятся кадрами еды. И в результате зритель потеряет нить повествования о вашей поездке. Например, вы оказались в таком месте. Я сниму табличку. Правильно. Если ваша подружка стоит рядом с табличкой, вы сможете ответить на вопрос, кого вы снимали. Если она еще и что-нибудь скажет, например... Я нашла, где учат танцевать хулу. Хочу попробовать. Я не уверена, что у меня получится, но уж точно понравится. Если она произнесет что-нибудь в этом роде, то зритель получит гораздо больше информации. Очень хорошо говорить в камеру, чтобы подготовить зрителя к тому, что он увидит, и рассказать о том, что прошло какое-то время. На этом примере я хочу показать вам, как важно время от времени снимать табло.
Фильм станет более захватывающим, если следить за счетом игры. Окей, теперь поговорим о том, что вы снимали, и немного поснимаем, как танцуют хулу. Хорошо. Ой! Что случилось? О, нет, у меня разрядился аккумулятор, а я забыл запасной. Нет! Итак, запасной аккумулятор. Если вы собираетесь снимать долго, на всякий случай возьмите запасной аккумулятор и запасной диск. Кроме того, всегда полезно иметь дома запасной заряженный аккумулятор. Вдруг придется сорваться на съемку. А зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства камеры занимает время. И при частых поездках вам не обойтись без устройства быстрой зарядки. Теперь вы готовы приступить к съемке. Начнем! Например, ваша подружка сказала в камеру, что собирается танцевать, а сам танец вы по каким-то причинам не сняли. Ожидания зрителей будут обмануты. Теперь вы видите, как важно снимать то, что вы делали, видели, ели, на чем ездили и так далее. А сейчас я расскажу вам о приемах, которые позволят снимать кого и где одновременно с когда и что. Помните, мы недавно говорили о ближних и дальних планах? Есть способ, который нам поможет одновременно снимать оба плана. Он называется зум. Сначала несколько секунд снимайте общий план. Затем нажмите на кнопку Т. Смотрите, в поле зрения становится все меньше и меньше, а ваша подружка растет и занимает уже почти весь экран. Что скажете? Это и есть приближение. А теперь посмотрите пример удаления и перехода к съемке общего плана. Вы видите на крупном плане, что ваша подружка чем-то очень довольна. Нажмите кнопку W, и что я вам говорила? Смотрите, ей делают массаж. Вы можете рассказать целую историю в одном коротком фрагменте. Снимая эту сцену, мы выбрали объект, который будем снимать с приближением. Понятно, как будет выглядеть его крупный план. Важно четко фиксировать первый и последний кадр фрагмента при работе в режиме зума. Давайте повторим. Как же сделать наш фильм творческим, интересным и, самое главное, веселым? При просмотре фильма мы должны ясно понимать, кого, что, где и когда мы снимали. Совершенно верно! И не забывайте, снимая фильм, думать о том, как он потом будет смотреться на экране. Тогда вы обязательно добьетесь успеха. Теперь посмотрим на этот фрагмент. Почему она так веселится? Ах, это... мы заблудились по пути в ресторан. Тогда нужно было снять, что она делает, заблудившись. Смотрите, если мы снимаем, как ваша подруга рассматривает карту, спрашивает дорогу, идет и при этом снимаем, как проходит время, а потом соединим этот сюжет с предыдущим, то... Зрители поймут, что меня так развеселило. Точно! Ваши чувства выплеснутся на экран. Мне понравилась часть фильма с крупными дальними планами. Благодаря разному восприятию этих планов сюжет получился не монотонный, и смотреть его будет интересно. Слишком длинные сюжеты не приковывают внимания, и смотреть их скучно. Каждый сюжет в среднем должен продолжаться не более 5 секунд. Кроме того, не снимайте под одним и тем же углом и меняйте композицию. В идеале каждый кадр должен нести смысловую нагрузку. Ну что ж, по-моему, вы все усвоили. В следующий раз встретимся у вас дома. У меня дома? Да, помните, что я сказала в самом начале? Самое интересное начинается, когда съемка закончена. Я уже говорила вам, что съемка видеофильма – это только половина дела. Теперь вы должны его посмотреть. Хорошо, мы его уже смотрим. Отлично! Советую смотреть видеофильм на телевизоре с большим экраном. Если ваша камера хэндикам записывает на DVD-диски, то просто поставьте диск в DVD-плеер. Но это еще не все возможности вашей видеокамеры. Это цифровой фотопринтер –
Некоторые видеокамеры Handycam работают и как цифровые фотоаппараты. Вы можете распечатать наиболее интересные фотографии. Принтеры Sony обеспечивают быструю и качественную печать. Просто вставьте флеш-карту Memory Stick Duo в принтер, и через несколько мгновений у вас в руках будет стопка прекрасных фотографий. И если у вас есть DVD-рекодер, то вы можете сохранять видеофильмы на жестком диске и переписывать их на диски DVD. С камеры Handycam, записывающей на DVD или жесткий диск, тоже можно записать фильм на DVD через компьютер. Посмотрите, он собирается переписать фильм на DVD-диски и подарить их своим родителям и родственникам. Он решил жениться на этой девушке, но ему никто не верит. Надеюсь, видеофильм всех убедит. Итак, сняв видеофильм, не забудьте его посмотреть и показать своей семье и друзьям. Это программный пакет просмотра видеозаписи Picture Motion Browser. Это потрясающий программный пакет. Вы можете смонтировать видеофильм, вырезать ненужные куски и даже записать его на DVD-диск. Вам понравилась камера Handycam? И она будет вам нравиться все больше. Я уже говорила вам, здесь нет проторенных путей. Просто экспериментируйте. Пробуйте разные способы и выбирайте те, которые получаются у вас лучше всего. Сохраняйте в видеофильмах все события вашей жизни, необыкновенные или обычные. Запечатленные в видеофильмах, они будут радовать вас много лет. Некоторые аксессуары сделают вашу работу с камерой намного интереснее. Итак, у нас есть сумка для видеокамеры. Теперь мы можем носить видеокамеру Handycam в компактной сумке, которая надежно защитит ее от повреждений при поездках. Достать камеру из сумки и начать снимать – дело нескольких секунд. С помощью этой инфракрасной лампы вы можете снимать в темноте, не направляя яркий свет на объект съемки. Лампа для видеокамеры Video Flash Light незаменима при съемках в сумерках. С ее помощью вы даже сможете снимать людей против яркого света. Вы замечали, как трудно разобрать речь человека, которого вы снимаете издалека? Воспользуйтесь вариомикрофоном, который хорошо улавливает все звуки в направлении съемки. Таким беспроводным микрофоном вы можете записывать звук на расстоянии до 30 метров. Вы получите отличное качество звука, даже когда объект съемки расположен на большом расстоянии или вокруг стоит сильный шум. Видеокамера Handycam может работать с большим числом замечательных полезных аксессуаров. Попробуйте снимать с некоторыми из них прямо сейчас, осваивая свою видеокамеру Handycam.